Ох ты ж твоюшку, кукурузину, наконец-то, ребята, я закончила заделывать эту дырку. Правда, мастер Фуко что другое мне сказал тут сделать. Ну, не суть важно. Всем привет, привет, ребята. Меня зовут Флазочка, это серия по Леди Баг в Майнкрафту. И так как я закончила заделать то, что я тут разбомбила, натворила, я побегу к мастеру Фу, отчитаюсь, и дай бог, он меня наконец-таки отпустит домой. Мастер Фу, здравствуйте. Ты закончила, ученица моя? Мастер Фу, да, я все закончила. Я заделала дырку, разлила лаву. Как вы сказали, сверху поставила лестницу. Не знаю, зачем вы все это мне сказали. Походу, это будет... Узнаешь. Надеюсь, узнаю. В общем, забирайте материалы, которые я не успела потратить. Ну, вернее, которые не... А где моя комната? Мастер Фу, ну, вы понимаете, мне либо достраивать все... Ты её выпила, что ли? Нет. Мастер Фу, я ничего не трогала. На улице жарко, ты сходила за колой... Типа взяла себе перерыв, чтобы отдохнуть от постройки, а потом еще и выпила ее. Не-не-не, мастер Фу, я не пью колю. Точно? Я пью только воду, потому что кола это очень калорийная. Калорийная. Дай мне своего маленького катабусика, я ему сейчас зубы надеру. Плак, вылазь. Мастер Фу, он не хочет вытаскивать его. Он в заднем кармане. Сейчас как я его вытащу? В левом. И он тут что, брекается, что ли? Да давайте уже, вытаскивайте, мастер Фу, в заднем и левом кармане. Или правом. Ага. Погодите, он в левом или в правом? Во, во. Так ты, маленький засранец, ты выпил, Коля? В общем, вы его отчитываете, мастер Фу, а мы, как и договаривались, я все сделаю, и можно будет пойти домой, буду свободен. Ну, почитай, мой малявка. Чего-чего говорите? Домой-то, я тебе сказал, отдыхай сегодня, я тебя отпускаю, завтра ты в эту лаву головой вниз прыгать будешь. Ладно, хорошо, так, Плак, а ну залезай. Все, мастер Фу, спасибо вам за все, там, что отпустили пораньше и все такое, люблю, целую, до свидания, мастер Фу, было приятно с вами познакомиться. Пораньше, ты уже третий день тут делаешь, поэтому... Да, я завтра приду обязательно пораньше, хоть в кои-то веки приду пораньше, надеюсь. О, привет, Лука, привет. Чего? Я тебя... Так мастер Фу-то он не... А, меня искал? Ну, что хотел? Ты умеешь делать подарки? Я, знаешь, когда я не знаю, что подарить, я обычно в интернете пишу, что подарить такому-то человеку и смотрю варианты, гайды своими руками там или, может быть... Не-не-не-не-не. Чего? А кому ты хочешь? Ты же подруга Маринет, да? Ну да. Ты знаешь, что ей нравится? Ну да, вроде бы знаю. Поможешь мне подарки выбрать? Конечно, ты так бы сказал, что ты хочешь Маринке что-то купить, я знаю, что и надо, все. Я сказал, как бы сразу, Разве? Формально. Ты сказал, умею ли я делать подарки. Стой. Самое главное, не говори о том, что мы делаем подарок. Да, понятное дело, ну ты же, наверное, сейчас мы с тобой пойдем покупать его или что-то там придумывать. Не, ну мало ли, вы же подруги, еще что-нибудь сейчас расскажешь, там позвонишь. Так это будет уже не сюрприз, понимаешь? Ой, Маринет, привет, а ты что? Тут... Я иду к мастеру Фу, а вы куда вдвоем? А мы это... За печеньками, понимаешь, что печеньки очень вкусные, пойдем, Лука, мастер пока, Фу Маринка! Попросил. Мастер Фу попросил печенье купить, да-да-да. Иди давай быстро сюда, пока она там не палит. Или она до сих пор палит. Погоди, Лука, ты где? А, погоди, да поехали уже! В смысле, это твоя машина? Это машина моего отца? А что она тут делает? Да они все ее берут, всем городом пользуемся. Слушай, мне это не на... А хотела она плевать. Не, ну просто знаешь, если что-то с ней случится... Это единственная машина в этом городе, вот все на ней катаются. Ты думаешь? Ладно, приехал. Тогда вроде отмазка. Погоди, а куда мы с тобой едем? В магазин, да? Да, я думаю, в магазине что-нибудь прихватить. Слушай, если ты хочешь ей купить что-то из вещей, я... Знаю, что ей надо. Я просто догадываюсь, да, смотри, тут, короче, какое-то платьишко было, она его как-то хотела купить, так и не купила. Где? Погоди, сейчас где-то тут он был, пока... Не поняла. Ой. Маринет, а ты что делаешь? А я просто выбирала вот эту футболку, да, которая на мне. А, да? Ага. Да. А, хорошо. Слушай... Ну, ладно, ты так быстро... Ладно, в общем, а мы тут это, по делам, так что ты давай это, иди отсюда быстрее. Лука, ты где? Да тут я, короче, тут такое. Я знаю, что Маринет уже хочет кое-какую футболочку, мы можем взять ее. Да? А где она? Так. Погоди, только... Что-то она нюхает оттуда. Кажись,
плохой вариант, давай лучше в другой магазин, а то, господи, да? Ребята, если она узнает, что мы хотим что-то купить, да, давай, наверное, лучше зайдем в этот магазин, дай бог, тут ее не будет. А что, у нас скидки 99% на все, на каждую сотую покупку. А что, сотую, ну так это не... Да. Так, ладненько, смотри, короче, Лука, здесь она, я что-то не помню, здесь она какие-то доспехи хотела купить для Сюдо, чего? А ты же это, у тебя же один размер? С маринет? Да, если вот, ну, допустим, да. Ну-ка, примерь-ка, иди сходи. А что именно прям это, она, ну, ладно. Она вообще-то вроде не эту юбочку хотела, ну ладно, если ты хочешь именно эту... Ну, можешь попробовать вот эту, еще вот эту вот прихвати. Ну-ка, где? Ладненько, хорошо, я их померю, так. Извини, ты, так, тут занято. Здесь занято? Вроде бы свободно. Я сейчас бырька... Маринет, а ты же была в соседнем магазине? Я решила примерить вот эту юбочку. Да? Хорошо. Да. А чё ты не закрылась тут? Ну, я тут никого нет. Это магазин популярный. Здесь такие скидки тупые, что никто сюда не ходит. Я не знаю. Ага. Ладно, хорошо. Аска, вы там где? Я здесь, короче, не вариант. Очень плохо сидит та юбка. Размер не мой, не маринет. Где ты это взял? Ты с кем-то разговаривала? Не-не-не, ни с кем не разговаривала. Давай, нам нужно в другой магазин. Тут по-любому ничего нормального мы не найдем. Твою кукурузную, ребята, так она же может запалить, что мы хотим сделать подарок. Зоомагазин, то, что нужно. Лука, короче, я знаю, она хочет хомячка. Так. Стопудняк, знаю, что она хочет хомячка. Но если ты хочешь что-то другое посмотреть, то вообще без проблем. Смотри, тут есть, в принципе, что тут прикольного есть? Ну, футбольный мяч это не... Маринет? А почему у тебя нож в руке? Я пыталась отрезать эту эмблемку от игрушки. Не оттирается. Ну, вот видишь. Хорошо, слушай, ладно. Понятно. Лука, иди за мной, ё-моё. На второй этаж, быстро на второй этаж, пока нас Маринет не запалила. Слушай. Не, никакая. В общем, смотри, она хотела всегда... Да я шучу, все нормально. Короче, она хотела всегда хомячка, так что давай мы, наверное, посмотрим какого-нибудь хомячка. Вот хомячки. Так, где хомячки, где? Милота. Так она вроде бы другого цвета хотела, может пойдем тут беленькие белые есть. Или это, стоп, это крыски или мышата? Стоп, это просто хомячки-альбиносы. Слушай, давай пойдем у продавца спросим, есть ли у них хомячки другого раскраса, потому что это не те хомячки. Маринет? Ой, монетка упала, не могу достать. Ладно. Слушайте, ребят, что-то мне кажется, это как-то странно. Слушай, ну там просто, короче, походу хомячок ей больше не нужен, она себе сама сейчас все купит. Давай, наверное, мы лучше вот в этом... А может, сертификат в парикмахерскую взять ей? О, кстати, давай, отличная идея. Давай, нужно спросить. Мне кажется, только мужчинам делают. Мистер, вы скажите, а вы стрижки девушкам делаете? Там сертификаты какие-нибудь, подарочки? Я такой, нет. Только мужикам. Ладно, я понял. Маринет, а ты тут чё? Постричься решила. Так, тут только мужчинам делают прически и стрижки. Горшок. Какой горшок? Мужское каре. Понятно. Ну ты это, если как пострижёшься, скинь фотку, я оценю, там лайк поставлю. Твою кукурузную, ребята, она будто бы нас преследует. Мне так кажется, Я не знаю, что ей дарить, она все уже делает, все, что ей надо. Без понятия, юбку она эту купила, это она купила, Может ей это на случай какого-нибудь... Оружие? Ты серьезно? Ну, да, сейчас же опасно, всякие акулы повсюду. Да, можно попытаться... слушай, мне кажется, это ей понравится, ты посмотри, какая... А что еще есть? Еще вот интерес... Не поняла. Постой тут, пожалуйста. Маринет, это ты? Мне, пожалуйста, вот этот вот топор. Ой, да? О, привет, Флоска. Значит, топор уже взяла себе, да? Ага. Ладно, хорошо. Короче, Лука, не вариант. Базуку, она уже купила все, что хочет, поэтому не вариант. Нам нужно что-то другое подумать. Ёк-макарёк, ребята, я без понятия вообще, что подарить. Маринет, если она в каждом магазине нас встречает, и она уж покупает все, что хочет. Капец. А какие еще варианты? Может, и телефон новый купить? О, отличная идея. Правда, мне кажется, телефон.
Ладненько, ладненько, побежали, хорошо. Мы могли так, бы, кстати, так. на машине доехать, чтобы, ну, меньше бежать там, и чтобы да за нет, нами кое-кто он не следил, то мне что-то это напрягает. Что ты говоришь? Не-не-не-не, ничего, ничего, ничего. Просто иногда ну такие странные вещи, дела происходят, что мне кажется, за нами о, кто-то следит. Суши-магазин, прикольно. Суши... Не-не-не-не, давай суши, мы не будем заходить там, походу, не вариант. О, магазин о, техники, то, что надо. Смотри, короче, у нее, к примеру, стоп, какая у нее модель телефона, что-то не понял, какой не у нее знаю. Там? Так, вот у меня, я вот нашел смартфон прикольный, нужно на кассе пойти. Так, посмотри, там, может, что-нибудь еще есть? А, ну, так. Вообще-то ей больше вроде бы ничего не надо было. Маринет, ты чё? Хочу себе iPhone новый прикупить, я вот думаю, вот взять черный или серый. А золотой возьми. А, ну ладно. Угу, угу. Ёк-макарёк. Тоже не вариант, я тебе не скажу. Вариант? Ня, у нее уже есть новый. Золотой. А-а-а. Я без понятия, что ей дарить. Что ей дарить? Так. Ты просто понимаешь, все, что она хотела, она себе сама уже купила И ученица моя, какой ты, да? Ты там отдыхаешь? Отдохнула уже? Ну, еще не успела, у меня тут дела кое-какие. Ну, ты отдохнешь потом. Короче, тут недалеко от нашего храма заправка есть. Слышали такая? Нет, не слышала, не заправляю машины. Вот там чувствую, там Акума какой-то заявился. На заправке? Ну я что знаю, что ли, не поверю мне. Не орите, прям на ухо, мастер фу, елки-палки. Ладно, хорошо. Короче, Акума на заправке. Слышал, Лука? Все, давайте, мастер фу. Короче, нам нужно на заправку, которая возле храма, вроде бы, как я поняла. Стоп, или где там? Да, возле храма, так знаешь? Это в той стороне тогда. А мы добежим? Это она не. Ну она да, не... тут недалеко бежать. Ну о, давай, наверное, еще. Быстренько так. Так, это самая заправка? Погоди. Походу, там реально что-то есть. Да, я не понимаю, это что, оса, что ли, какая-то? Погоди меня, Лука. Какой-то робот, трансформер какой-то. Это Бамблби, походу. Погоди, нам нужно перевоплотиться. А где тут? Мне нужно куда спрятаться. Так, я вас... в эту... Плак когти! Так, мы с тобой перевоплотились. И что теперь? Надо пойти с ним разобраться? Надеюсь, нас никто не видел. У меня, как всегда, свой любимый вектор. Слышь ты, мы это самое знаем, что ты акуматизированный, так что давай мы это по-хорошему или по-плохому. Я вообще ничего не понимаю. Ты понимаешь, что он хочет от нас? Не знаю. Как так вышло, что я загорелась? Как это происходит? Как ты летела? Я не... А, так это он, походу... Ну ладно, давай для видимости того, что мы тут сражались. Я все взорву, чтобы они почему знали! Почему? Мы же на заправке! Ну, повезло, что колонки не задело. Вообще, ребята, на заправке никогда не балуйтесь динамитом, потому что это огнеопасно. Да вообще динамитом не надо баловаться, ты о чем? Не, динамитом вообще можно, но вот на заправке не нужно. Короче, теперь... Серьезно? Да, серьезно, теперь они точно поймут, что тут был бой и нас повысят. Так, все, давай к мастеру Фу, отчет сдадим и по домам. Может, превратимся обратно? А, да, давай. Плаг, детрансформация! Так, все, давай быстренько. Хотя, короче, ребята, мы сейчас побежим к мастеру Фу, сдадим отчет о том, что все четко. Или давай сразу сделаем, давай. Мастер Фу, так вот, отчет, короче, по сегодня. Мы, короче, заправку немного повредили, но бой был очень суровый. Мы дрались с Лукой как могли, похвалите нас, все дела там, да, мы молодцы. Молодец, ученица моя, ты хорошо справилась, ну скажи мне самое главное. Что? Вы подарок для Марины нашли? Откуда вы знаете, мастер Фу? Это мастер Фу меня попросил. В смысле? Так я думала, это ты хочешь подарить ей, нет? Ну, мы все вместе, как бы всей нашей компании, у нее день рождения скоро. Ой, да? Ну так, а можно? Принесли? Мастер Фу, мы все принесем. Мастер Фу, мастер Фу, короче. Мастер Фу, вы опять левитируете. Давайте, короче, мы это самое. Я, короче, завтра прибегу, и мы с вами с этим разберемся. Уже поздно, мама будет меня ругать. Все, мастер Фу, чау. А теперь ты, Люка. Иди сюда. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь очень интересно. А с вами была Фласточка, Лука и Мастер Фу. Всем пока-пока, ребята. Ой, ребята, уже поздно. Ой, пипец, все, я, короче, спать, спокойной ночи вам там, все такое. Фласточка.
Васка! Маринет? Ты что тут делаешь? Что вы сделали сегодня днем? А, мы это, подарок тебе выбирали, не мешай спать. Замечательно. Ты думаешь, я тебе поверю, тряпь!